У нас в гостях юные любители тенниса Алина и Лиза. Девчонки, рассказывайте, как вам наш турнир. Мне очень нравится ваш турнир. Хочу, чтобы Россия выигрывала. Лиза? Мне тоже очень нравится. За кого болеем? Рассказывайте. За кого пришли поболеть сюда? За Дарью. Ну и все. За Дарью. Ну, раз вы так однозначно за Дарью, расскажите, чем вам нравится игра Дарьи Касаткиной? Ну, то, что она хорошо играет. Ну, и хорошая спортсменка. А сами вообще в теннис играете? Да. Чем тебе нравится теннис, расскажи. То, что это весело. Каких еще теннисистов знаем, кроме Дарьи Касаткиной? Марию Шарапову. Че, успели побегать по арене, может быть, что-то посмотреть? Расскажите, как вам впечатление? Мне впечатление очень нравится. В детской комнате были? Поиграли там? Да. Во что там играете? Рассказывайте. Нас туда не пускают просто. В теннис. Там тоже можно играть в теннис. Ну, картинки песком разукрашивали. Расскажи, что еще там было? Там еще всякие лего строят, с шариками играют. Девчонки, ну давайте пригласим наших любителей тенниса к нам сюда, на Сибур-арену. Крикнем нашу любимую кричалку. Как мы приглашаем людей? Пора на теннис. Надо громко и слаженно крикнуть. Давайте, 3, 4. Пора на теннис! Молодцы.